Всем огромный приогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайф. И хотела бы я, ребят, с вами обсудить один достаточно интересный комментарий со своего канала. Этот комментарий касается друзей Уралочки. Да, именно Уралочки. Девочки, а посмотрите, как она относится к близким людям, с которыми прожила немало времени. Например, к подруге Надежде. Вот сегодня в видеоролике... Она, как сказала, моя подруга Надя сказала, что еще рано высаживать помидоры в теплицу. И все, больше ни слова. А ведь у Надежды тоже свой канал. Неужели она не могла сказать о нем хоть пару слов? Призвать людей смотреть, подписываться на них. Садовый блог. Тем более, что Надежды канал более полезный и интересный, в отличие от их дребедений. Она ни слова не сказала потому что даром не будет рекламировать никого, даже свою близкую подругу, кроме, конечно, друзей-зиговальщиков. Про них она может говорить бесконечно и рекламировать их глупый и бестолковый канал. Ну, это же дружбаны Сафарбека. Вот такая она благодарная, преданная подруга, которая за копейку удушится, которой любовь затмила все глаза. А ведь, ребят, и правда, с надеждой у них дружба настолько давняя, что еще сафарбека не было когда они познакомились с надеждой и в гостях то у надежды были да и надежды дачу снимали бассейн мы все это помним прекрасно только вот сейчас почему то надежду они рекламировать не хотят по той причине что у нади везде чистота и порядок и любо глянуть и есть с чем сравнить. Да, ребят, я думаю, что именно по этой причине, что Уралкину дачу и рядом не поставишь м около дачи Надежды. Правда же? Ну, потому что Надежда действительно ухаживает за своим участком, и дом у нее классный, и бассейн у нее есть, и шикарный огород, в отличие от Уральского, где она даже, слушайте, не знает, как нужно навозом удобрять побросали прямо, слушайте, под эти кусты, чтобы вообще все окончательно сгорело. Я не садовод и огородник, да, но я знаю, что так делать нельзя. Уралки, кстати, в комментариях об этом написали очень много. Но, ребят, толку-то. Уралка все делает по-своему. Она ж Сама там начальница огородница, хотя совершенно не понимает абсолютно ни в чем в огородных делах. Главное, что, знаете, ее жаба давит за то, что соседи уже там все высадили, а она нет. Ну, по поводу надежды, да, то, что Уралка за деньги якобы пиарит, я думаю, что... Тут и не то, что деньги. Здесь просто есть с чем сравнить. И если она скажет, ой, там сходите к Наде на канал, люди увидят, какой там порядок, как там все ухожено, и начнут сравнивать Уралку с Надеждой. А ей разве это нужно? Она же хочет быть на высоте. Да, Уралочка хочет, чтобы она была лучше всех. Поэтому я думаю, она и не пиарит Надежду и не из-за денег. Хотя, вы знаете, вот подруга и вот так вот поступать, да, это уже не дружба, это уже какое-то, знаете, соперничество. А по поводу зиговальщиков таки правда написали, да, что это же дружбаны Сафарбека, как же их не пиарить. Там хоть они обычно что будут снимать и абсолютно нечего будет смотреть, да, но все равно Будут о них говорить, будут их в гости звать, стримить будут вместе. Не без этого, ребят, потому что это сафарика, друган. И там хошь не хошь, а делать будешь даже против воли своей уралочкой все равно будет пиарить. Ну, вообще, ребят, мне кажется, что она сама себе не хозяйка уже давно. А хозяин уже над дуралочкой именно сафарик. И что он скажет, так и будет. Это она, знаете, якобы включает такую деловую, что я там прорабка, там, я тут командую на своей даче. Это все, знаете, вот так вот просто понты, понты, да. На самом деле э, главный сафарик. И как он скажет, так и будет. Вы знаете, вот э, если вспомнить то, как э, Сафарик уехал в Таджикистан, да, и как он потом привез Абдугани, ведь это все было неожиданно для Уралочки. Что вы думаете? Она хотела, чтобы он тащил свою семейку в Россию. Конечно же, она не хотела, по той причине они там и не разговаривали. Ну, а толку-то, он все равно добился своего, он все равно сделал так, как хотел он. И все равно... Уралке пришлось, пришлось с этим смириться. А что ей делать? Останется одна, без помощника. Хотя, вы знаете, нафиг нужна эта дача, вот скажите. Вот зачем она нужна? Они ж такие успешные, они ж такие богатые, что они не могут купить себе картошки, морковки, лук, в конце концов. Так и все равно же покупают. Все равно же покупают. Закатки они не жрут, где вы видели, чтобы они жрали то, что вот они там накрутили, накатали. Один раз, по-моему, и то, если бы не подписчики, то, наверное, они бы и не открыли банку с огурцами а что еще они открывают там замороженное что у них они якобы наморозили и у них все это есть я тоже не видела чтобы они что то ели кому нужны их эти заготовки ну понятное дело что снимать нечего так контент на даче ну что она будет показывать все лето как они готовят и жрут в жарищ таких давным давно бы закидали тапками но огород слушайте это для бабулечек интересно. Вот они и смотрят, как на огороде там Уралочка занимается рассадой, вернее, как Уралочка там занимается. Она больше занимается посидушками на тубореточке. От Сафарика, да, и правда, там все млеют, когда он там занимается погоней за мурашами, как он там пропалывает, носится по этому огороду, его прям готовы возвысить неизвестно до кого. Да, как будто слушайте, великие какие-то дела творит. Всего лишь на даче работает для себя, для себя выращивает. Ну что, не так? Ну, в принципе, сейчас будут еще. Кормить из семейку зиговальщиков. Я думаю, что они и так их кормили, просто нам все это дело не показывали. Потому что помните, что Уралка говорила, что она ужасно не рада, что такое произошло, да. Она была, была возмущена, и она не должна была даже общаться с этими людьми, которые так напортачили в новогоднюю ночь. И Уралке пришлось предстать перед судом и получить штраф в размере тысячи рублей. Да, штраф был, разбирательство тоже судебное было. Но, получается, теперь Уралка возмущена до предела, почему-то подписчики командуют, кому в гости приезжать, кому не приезжать, кого Уралке звать к себе, кого не звать. Вот такая двуличная, двуличная бабища. Так что, ребят, зиговальщиков они будут пиарить. Даже если те будут показывать полнейший отстой, они их будут пиарить, потому что это протеже сафарика. А надежду нет и совсем, ребят, не из-за денег, а потому что есть с чем сравнить. Дачу Уралки и дачу Надежды, и это будет катастрофа для Уралочки, если начнут сравнивать, начнут писать, что вот у Надежды так, а у тебя так, и вы представляете, каково это будет нашей Олюшке. Поэтому я думаю, что тут дело не в деньгах. И хочу поблагодарить подписчицу свою Олюшку, которая написала, вишенка, тот процент отписок на канале ОО. Это как дробь для слона. Просто сафар из-за страха Ютуба проверки за накрутки приостановил накрутки подписчиков. А виктора они отправили в бан. Потому-то Виктора писала с другого аккаунта и сказала, что ее отправили в бан. О, не любит правду. Это я про Виктора, потому что я спрашивала в обзоре, что случилось, куда пропало. Не видно э, комментариев. Получается, Виктора, которая рвала пятую точку, отправилась в баню, наверное, испытывать новый предбанник. Ой, короче, как Уралка не любит критику, как она не любит правду. Это ужас, как ей хочется быть самой лучшей, самой известной, а на деле просто пшик. Ну а по просмотрам, ребят, действительно, они у них грохнули. Я вот просматриваю вот буквально 5 дней и смотрю, сколько просмотров сейчас на Уральском канале, и это намного, ребят, меньше, нежели раньше. Это и говорит о том, что Сафарик действительно занимался накрутками просмотров. Неужели ему совсем было не страшно? Неужели он думал, что все так вот простенько да, прокатит? И неужели он думал, что можно играть с Ютубом в игры финансовые? Конечно же, нет. Слишком стремительно он пытался накрутить подписчиков, да. И просмотры, если он накручивал просмотры. Потому что, вот знаете, по поводу под подписчиков так YouTube не оплачивает подписчиков, он оплачивает, естественно, рекламу в просмотрах. А если накручивались просмотры, то это грубые нарушение. И тут не только списывают просмотры, тут можно загреметь еще покруче и лишиться канала. И, конечно, возможно, он сейчас и утихомирил свой пыл, да, и поэтому сейчас просто напросто нет накруток, и мы видим реальные просмотры и просто реальную популярность канала Ольга Уралочка Лайк. И, как оказалось, совсем не звездная парочка и зря напяливали на себя корону. Ну и еще зачитаю один комментарий. Я заметила странную для меня тенденцию, ребят, простите. Я не говорю автора комментария, потому что когда я открываю комментарий, у меня все в юзерах. Так что вы меня простите. Продолжаю. Я заметила странную для меня тенденцию, смотрела... Коростылеву, Судакову, уральских фриков по истечению некоторого времени все они обнаглели до предела. Стали оскорблять людей, которые делали им замечания, блочили их. И наконец-то люди стали прозревать. Они ста стали сами отписываться от этих так называемых блокеров, несущих зловоние на своих каналах. Все у них затухает и скоро совсем затухнет. Деньги портят и слава портит. Неграмотных, скудных, ущербных. Вот и все, вот и все, вот все верно на сто процентов. Просто понимаете, а ловят эти фрики, блохеры звездную болезнь. И поэтому так и получается, что словили звезду, стали деловыми прям такими, да, и уже позволяют себе оскорбление, унижение зрителей. Ну и, естественно, после такого, кто их будет смотреть. Судакова тоже была интересна до поры до времени. Точно так же, как и Костылева или Крастылева была интересна тоже до поры, до времени. Люди прикалывались, списали ей, да она выглядела, знаете, более по-простому. А сейчас, конечно же, зазнались. Ну, про пиратов я тут даже и говорить не хочу. Они какие были, такие и остались. Ну и сколько бы пиратка там не пилюкала этих видосов в день, мне кажется, все равно ей не вытащить свой канал, даже если она там будет круглосуточно дирижировать своими сиськами и этими спасательными кругами, то канал все равно не выстоит. От их поведения и отношение к своему зрителю, и зависит доход канала. Ну а раз они решили, да, словить звезду вместо дохода, то, естественно, все эти фриковые каналы потерпят крах. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Но я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока.